Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. И вот он момент веселой истины настал. Биржевой кризис, в общем, и позитронный ускоритель у меня, видите, вот прям, вот тютельку, короче, прямо в ноль вот вообще. Я слился, осталось у меня 10 рубинов. В общем, куча загрузок, не получу я финансиста, видимо, не хватает рубинов. Если бы администрация еще бы рубинов накинула, то, может быть, и хватило. Но сейчас то, что имеем, то и имеем. Видосик я, конечно же, обязательно покажу. Вот где-нибудь, как-нибудь, ну, добавлю его. А так, лично мое первое отношение. Если вы что-то качаете, и качаете, ну, уже в высоком уровне, допустим, там, с 7 на 8 уровень, там, с 8 на 9, с 9 на 10, то количество рубинов надо, там, от 1000, короче, и выше. Просто не везет в большом количестве, нет таких хороших призов, которые бы выпадали прям, что там несколько раз по 10. Обычно в элитке сидишь и смотришь, а там 5 на 10. 4 на 10 там. Да, вот. И причем самое интересное, это за бесплатную загрузку идет через хакерскую атаку. Специально собирают. Ну, блин, ну здесь это. Ну вот, ну, один. За все, что у меня есть, я выкачал один. Один позитрон выкачал. Всего один. Ну что ж, вот. Вот он, короче, вот он у меня теперь 7. В общем, был 6. Ну, слитое количество рубинов, ну, там, колоссальненькое. Короче, 500 рубинов все ушли на один уровень, то есть ушло у меня, вот, получается. 35 стоит, плюс 7 к лучевому, там, 3,5 шанс критического удара. Хотелось бы, конечно, и 8 уровень, но вот не получится, видимо, не дойдет у меня, и не получу я рубины. Причем самое интересное, даже если мне 500 рубинов не перечислят, мне не хватит, чтобы прокачать его здесь до 8 уровня. Потому что на 6 на 7 я слил 500, а здесь, наверное, надо 750 где-то рубинов. В общем, вот такое одно. И еще раз хотел сказать, те, кто даже с месячным планом пытались копить на биржу, если у вас высокого уровня призы, вы не выкачите ее. Я вам сразу говорю, надо будет вам копить полгода где-то. Это 3000, 5000 рубинов, да, вот тогда можно. А в остальных случаях вообще это печально, это печально. Ну, я жду от вас поздравления. Все-таки первый раз, ребят, первый раз я вкачал, то есть, получается, закинув 500 рубинов, до этого момента я вообще таким не занимался. Ну и, как бы, первый мой опыт, и скажу, что он неприятный. Ну, то есть, реально неприятный. Я копил рубины, накопил 1000 рубинов на эту биржу. В общем, слил, получается, я часть там на бумера, совсем маленько вкачал его на 5%. Потом злобоглаза получил, мару, ну и все, в общем, так скажем, остальное на позитрон. Слил, ну, так как у меня большинство, короче, питомцев у меня выкачаны, я не мог, так скажем, обойтись дешевыми потерями, поэтому 1000 рубинов, один позитрон, все. Ну, кому как, в общем, кому как, кто как качается. Ну что, буквально осталось тут 5 дней у нас идет. Буду бесплатными загрузками пользоваться. Если добью финансиста, то добью. Ну, скорее всего, нет. Здесь надо примерно около, ну, еще 350 рубинов. Ну, где я их возьму, вообще не знаю. Ну, то есть, это, ну, глупо для меня все рубины сейчас слить, потому что, возможно, понадобятся на подарки. То есть, дальше, 50, кстати, 2000 звезд у меня тоже тут. Но это еще разбираться будем. Скоро еще видос по прокачке будем тратиться. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Ну, а что вы выкачали в биржевом кризисе, будете ли что-то качать, конечно, пишите внизу в комментариях. Ну, и жду от вас поздравления с позитроном меня. Хотя бы с 7-м. Ну, сука, ну дорого. Прям реально дорого. We must ask ourselves. Are we truly alone? Or are we being lied to? They've reopened the X-Files. You are on dangerous ground here. Are you ready for this, Scott? I don't know. We have a choice.